September we met, I could tell by your smile. Ну вот и закончился наш трудовой день. Солнце садится. Хариус плещется. Удачно я перекат нашел. Ну, мы называем его отбойник. Такой отбойничек, и он здесь мелкий, видите? И вот здесь Хариус-то как раз и обитал. Он до сих пор здесь обитает. Видите, плюхается. Рыбки поймали много. Как положено, 10 килограмм. Сутки закончились удачно. Погода шикарная. Наверное, конечно, не бабье лето. Пойдемте поглубже пройдем. Красота, тишина. Да, речка немножко омелела. Это хорошо, становится в русло. Хариус это подтверждает, прыгает. Так что все еще впереди. Красиво, тихо. Машины не жужжат. Никто тебя не обманывает по телевизору, особенно в интернете. Ведь все здесь в тундре честно, один на один с природой. Здесь вся правда, на природе. Хариус никак не уснет. Ох, молодец, показывает свой профиль. И там прыгнет, и здесь прыгнет. Ух ты. Почти в 2 метрах от меня. Вот еще один дружок. Он еще. Ребята, да вы что? Все, все, все. Больше ловить мы вас не будем. Спасибо. Спасибо тебе, Уса. Накормила, напоила. Ну что ж, зритель, буду заканчивать. Разведем костер. А завтра приглашаю вас за грибами. Надо набрать грибов, пока время есть. Отличная была рыбалка. Ну что ж, всего хорошего, до встречи.